Одесский горсовет живет по своим законам. Провластное депутатское большинство под руководством Геннадия Труханова не только протаскивает выгодные для себя решения, но и пренебрегает порядком работы органов местного самоуправления. Многочисленные нарушения зафиксировали активисты гражданского объединения «Антикоррупционный офис». Информация, собранная общественниками, свидетельствует, Одесский горсовет нарушает все, что можно нарушить. Говорить о прозрачности работы местного органа самоуправления невозможно. Нам показывают определенную, демонстрируют определенную фасадную открытость или декларируют открытость, но как только мы идем чуть-чуть глубже, чем ближе к деньгам, тем более ситуация закрытая. То есть, причем мы в том числе наблюдаем избирательный подход, то есть когда, допустим, наш эксперт персонально от себя, как гражданин, подает информационный запрос, его футболит. Когда подаем мы как организация, то видно, учитывая нашу определенный авторитет, нашу связь со СМИ, касаясь определенной какой-то огласки, городской совет дает информацию. Скрывать свои дела от народа и даже от неугодных депутатов местная власть научилась по-разному. Способы простые, но эффективные. Всего с початку року на сессиях міської ради було розглянуто більше тисячі рішень. Із них вчасно оприлюднено, тобто за 20 робочих днів до сесії, менше 13%. Оприлюднено пізніше 20 днів, частіше за всього це відбувалося за 10 днів до сесії, 19%. Більшість рішень, більше 60%, були оприлюднені лише частково. І більше 7% рішень взагалі не були оприлюднені. Сказать не всю правду, значит тоже солгать. Этот очень удобный прием горсовет использует чаще всего. Формальная информация есть, но фактически одесситов обманывают. Причем при решении самых важных вопросов. Чи велика кількість проектів рішень вносяться з голосу. Вони не публікуються, ось це більше 7%, і вносяться з голосу. Тут невелика проблема з відео. На ньому мер відповідає на питання, чому воно вноситься з відео. Він вважає, що це не суперечить закону. Хоча дійсно закон України про статус місцевих депутатів дозволяє депутатам вносити правки і вносити проекти рішень на сесії, до сесії, але там нічого не вказано, що депутат може вносити правки, проекти рішення без їх публікації. Тобто вже опубліковані раніше рішення, проекти рішення, він може вносити з голосу. Але ті, які не були опубліковані, цього закон не дозволяє. Далі. Ще більшість проєктів рішень, які у нас є, більше 60%, це проєкти рішення, які публікуються не в повному обсязі. Більшість з них – це земельні питання. Нередко проекты решений готовятся тайно. Бывает так, что о заседании профильных комиссий знают даже не все их члены. Простым гражданам или общественникам прорваться туда практически невозможно. Есть проблемы и с допуском на сессию. По закону туда имеет право прийти каждый гражданин, житель города. На деле руководство горсовета часа за два загоняет в зал работников коммунальных предприятий, чтобы не осталось свободных мест. Уже принятые сессии решения публикуются с опозданием и не всегда полностью. Так что зачастую невозможно понять, кто и что получил. На круглый стол приглашали и депутатов. Если наблюдения общественников не верны, они могли бы возразить. Но союзники мэра, члены депутатского большинства, не появились. Были только представители оппозиции. В нынешний момент, пользуясь той ситуацией, которая есть в стране, у нас в полный, как говорят в Одессе, рост дерибанится земля, имущество и, собственно говоря, бюджет. Хуже всего то, что горсовет действует по принципу героя старой басни. А Васька слушает, доест. Антикоррупционный офис не впервые говорит о незаконных действиях депутатов и чиновников команды Геннадия Труханова. Система продолжает работать. И, видимо, будет работать, пока на Думской площади заседают нынешний мэр и удобные ему депутаты. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг».